Шо ты тут гниешь? Иди за хлебом сходи. Короче, дело к ночи. Мне тут одна сорока принесла на хвостике интересную информацию. Итак, один существенный минус дня всех влюбленных. Подумай вот о чем. Если вдруг ты найдешь себе парня и удачно отметишь с ним 14 февраля... Фу-фу-фу. Так вот, то ровно через 9 месяцев на свет появится еще один скорпион по гороскопу. Это худшее, что ты можешь сделать для своего ребенка. Родить его скорпионом. Потому что скорпионов никто не любит. У тебя по-любому есть хотя бы один напряжный знакомый скорпион. Еще с таким своеобразным чувством юмора. Знаешь, это именно те друзья, которые шутят про сигареты и алкоголь при твоих родителях. Это те люди, которые сербуют в гостях, даже если чай холодный. А из мальчиков скорпионов вырастают парни, которые на 14 февраля берут свою самку, гуляют до 5 часов, дарят ей гель для душа с запахом лаванды и улетучиваются к пацанам, чтобы успеть посмотреть Лигу Европы. Так что, девочки, не совершайте ошибок и не ходите на свидание 14 февраля. Обязательно сохрани себе это видео и передай его подружке, которая строит планы на этот день. Чайник? Неужели ты думаешь, что человек со стволовыми клетками сирени и экстрактом гнезда кукушки под глазами нуждается в гребаном чайнике? Господи, уже час я жду. Так, если я сейчас захожу, и ты еще не готова? Попеняй на себя. Ну и сколько можно тебя ждать? Ты где обувайся? Время уже. Ноги подними. Кстати, это тебе. Я сам запаковал. Лучше бы ты мусор сам выкинул. Это моя лучшая подружка. Вот тебе открытка. Спасибо. 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 Хоть бы одну мужик подарил. Это он? Нет, просто похожий парнишка. Спасибо, спасибо. Я же думала с голоду подыхать. Полегшало. Блин, так холодно. Так давай к тебе зайдем, ты же рядом живешь. Да у меня дома срач вообще нереально. Да ну перестань, мне все равно. Реально очень грязно. Боже, прости, я не ожидала гостей. В смысле? Грязно. Да тут же чисто. Как чисто? Кот не... О, зарядка! Боже, считай, ты ничего не видел. Как неловко получилось. Чаю? Блин, го ко мне, я очень какать хочу. Ну идем. Только у меня немного не прибрано, ничего? Ничего. Давай скорей. Пахнет бомжами. Короче, чувствуй себя как дома, угощайся, чайник там, картошка, яйца. Я надолго. Так, на гулянку с девками нужно взять все свои деньги, но я все тратить не буду, что я тупая, что ли, за раз все спустить. Просто возьму на всякий случай, чтоб было. Так, сейчас надо немножко буквально отфотошопить фотку, добавить там сиськи, немножко кожу замазать и талию захудить. Никто не заметит. Идеальное преступление. До выхода 15 минут, я уже собрана, сейчас полежу с закрытыми глазами и иду. Даша, сегодня утром кто-то из моего кошелька спер все деньги. Теперь, мне кажется, я знаю, кто. Итак, девки, сегодня я подцепила такого красавчика, у него невероятное чувство юмора. Я в отношениях уже месяц, и кажется, он тот самый. Итак, у нас серьезные отношения, которые длятся уже 2 месяца. Поэтому приняли решение начать жить вместе. Думаю, это лучшее решение в моей жизни. Сегодня мой 3-й месяц отношений, как нос закрой, мне дует. В принципе, я чувствую себя с носа. Ты что, тупой, куда по помытому? Оставлю-ка я свой телефон на столе, ведь я ей доверяю, она не будет читать мои переписки. Блин, 5 минут до выхода, сейчас по-быстренькому нарисую стрелки. Только честно, как я выгляжу? Говори правду, я не обижусь. Так, одна серия и спать. Слушай, ну ты реально можешь мне ничего не дарить на 8 марта, цветы такие дорогущие, лучше сэкономим деньги и купим что-нибудь полезное. Честно? Да. Ну ладно. Да, Настя, сейчас срочно, я спешу немного. Ты свободна? А давай поболтаем. Слушай, давай потом поговорим, я опаздываю. Ага, твоим тоже привет. Да-да, давай, пока-пока. Счастливо, счастливо. И маму от меня поцелуй. Давай, а то я сейчас на работе. И папу. Связь пропадает. Давай-давай. Все.
Все, побежала. На связи. Сейчас, секундочку. Что? Не, я не в туалете. Всего хорошего, пока-пока! Алло, я уже коврик для йоги купила. Сейчас еще абонемент возьму за 7000 и буду заниматься каждый божий день. 5 утра. Надо принять ванну. О, так пока вода набирается, я фильмец успею глянуть. Вода! Там ей паролят свои карты, она же не будет покупать ничего дорогого. Блин, эти кроссовки такие крутые, но немного натирают. Ох, да ладно, разносятся. Ну да, я решила вернуться к Олегу. Но не надо меня осуждать. Ты не понимаешь, он изменился.